Всем привет, с вами Колесников.зу. Вам надоела самоизоляция? Тогда представьте, что вы чернохвостый заяц, и вы заживете очень круто. Видели реальных чернохвостых зайцев? Самоизоляция – самая настоящая мечта. Такая мечта, как у некоторых, выиграть в лотерею. Эти 2-3-килограммовые зверьки изолируются на территории пустынь Калифорнии. Почему, в принципе, понятно? Потому что они любят изолироваться, а в пустыне изолироваться очень легко. Потому что они очень безжизненны. Хотя со представителями своего вида зайцы достаточно часто встречаются. Ведь периодически плотность населения чернохвостыми зайцами Калифорнии достигает 1500 особей на квадратный километр. Блин, в России плотность населения людьми меньше, чем в Калифорнии чернохвостыми зайцами. И надо сказать, несмотря на такую высокую плотность населения, они не любят жить даже со своими родственниками по виду. Хотя жрут они все. Буквально после этого слова все. Они едят кору, сухие листья, мякоть кактусов. Главное, чтобы это находилось рядом с норкой. Потому что уходить далеко от своей норки они не сильно любят. Боятся наткнуться на хищника или своего собрата. Стоп, а почему они все-таки так не любят присутствие других живых существ вокруг своего пространства? Из-за их венозных ушей. Они не только занимают четверть тела, но и шириной с лопасть самолета. Мне кажется, что из-за таких больших ушек его либо обзывали в школе, либо он слишком громко все слышит и боится, что какое-нибудь животное, если побывает рядом с ним, столько шума наделает, что этот от слишком громких звуков просто умрет. Ну, это мое предположение. А почему вообще он любит держать изоляцию, я не знаю. Но при этом уши дают ему очень-очень много пользы. Во-первых, это идеальный GPS-навигатор. Если он наткнется таки на хищника, то сможет услышать его приближение за сотни метров от себя. А и удрапает на 60 км в час или упрыгает на 6 метров в длину за прыжок. Во-вторых, это нужно ему для того, чтобы не сжариться на палящем солнце Дикого Запада. Ведь, как вы заметили, уши прорезаны венами. И действуют как радиатор, и не дают этим огромным эхолокаторам сжариться на солнце. Что касается размножения, размножаться на самом деле эти зайки не сильно любят. Они встречаются, самки и самец встречаются, если по-простому, и рожают детенышей. Всего за год может быть аж 4 выводка. Только батяня не участвует в выращивании детей. А самка покормит молочком и удрапает на 5-6 часов. Да-да, видимо, присутствие своих детенышей они тоже не любят. Зато детеныши рождаются сразу же со всеми прибамбасами. И с шерстью, и с открытыми глазами. И на второй-третий день жизни уже едят травку. А вообще, живут они 6 лет изоляции. Если для людей это ад, даже несколько месяцев изоляции, то для чернохвостых зайцев даже 1 месяц изоляции – это самый натуральный рай. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, держите самоизоляцию, уже не так сильно, как в мае, но все же. Берегите природу, с вами был Колесников.зу, пока!